В окнах Тверского городского музейно-выставочного центра открылась выставка детских рисунков, посвященная подводной лодке «Тверь». Этой осенью исполняется 10 лет с момента подписания договора о шефстве и сотрудничестве между Тверью и атомным подводным крейсером Тихоокеанского флота, названным в честь нашего города. Среди самых активных участников общения с подводниками – тверские школьники. О них наш следующий сюжет. Подводная лодка и море в самом центре Твери. Эти детские рисунки – подарок военным морякам. 10 лет назад, в сентябре 2011 года, был подписан договор о шефстве и сотрудничестве между Тверью и подводной лодкой, названной в честь столицы Верхневолжья. С тех пор экипаж крейсера не раз был у нас в гостях. В рамках сотрудничества проходит много интересных мероприятий, в том числе и вот эта выставка. Здесь представлены работы учеников 4-й школы, где среди кадетских классов есть класс военно-морского флота. Все кадеты военно-морского класса рисовали на тематику подводной лодки «Тверь». И конкурс проходил сначала внутренний в классе, да, а лучшие, конечно, пошли сюда у нас на выставку уже рисунки. Анна Медова учится в кадетском классе ВМФ. С самого детства она мечтала связать свою жизнь с морским делом. Вместе с одноклассниками, кадетами, она изучает морскую подготовку, основу военной службы, историю российского флота. Те, кто служит в море, вызывают у девушки восхищение и уважение. Мужество, смелость – это вот все главные качества вообще человека как раз-таки воспитываются в людях, которые собираются служить в военно-морском флоте. Во-первых, очень серьезное дело. Это достаточно сложно, и именно поэтому мне это очень нравится. Мне нравится, как сложен экипаж на подводных лодках. То есть все зависит от каждого человека. То есть каждый человек важен. Рисунок Анны – один из тех, что попал на выставку. Вот так, красочными работами, тверские школьники поздравили экипаж со значимой датой. Скоро все рисунки отправятся на Камчатку в подарок экипажу подводного крейсера «Тверь». Желаем мы тепла и неустанно на службе повышения команду дружной мудрых капитанов и всплыть столько, сколько погружений. Помимо рисунков, конечно, не обошлось и без видеопоздравлений, к которым присоединились десятки тверских школ. Все ролики уже отправлены командиру атомного подводного крейсера «Тверь» капитану первого ранга Евгению Зорину. И мирного неба над головой.